1 июня – день официального открытия пляжного сезона. В 2019 году в Красногорске будет две обустроенные для отдыха у воды зоны. Пляж на реке Банька – одна из них. Сертифицированный песок, благоустроенная береговая линия и чистое дно. Даже урны для раздельного сбора мусора присутствуют. В преддверии наплыва отдыхающих здесь обустроили также 6 площадок со скамейками и зону барбекю. Пользование зонами отдыха населения у воды, в том числе мангальными зонами, будут бесплатны. В рамках договорных отношений проведена обработка территорий, прилегающих к пляжной зоне, от клещей. Соответственно, договор на забор проб воды в водоемах также заключен. Результаты анализов проб воды будут находиться на спасательном посту у спасателей, поэтому любой житель вправе поинтересоваться состоянием тех или иных вопросов, связанных с состоянием воды. На цивилизованных пляжах обязательно дежурство спасателей. Каждый день без выходных специалисты Красногорского отряда МКУ ЕДДС будут контролировать ситуацию на воде и у воды со специальной вышки. Такая же появилась на втором официальном пляже Красногорска, на Москве-реке у военного городка Павшино. На смену заступает два спасателя, аттестованных на право ведения работ. Будет осуществляться контроль водной линии, контроль береговой линии. 60 метров в длину – пляжная зона в этом месте отдыха. За буйки не заплывать. Это акватория судоходная. Дно в преддверии купального сезона, как и на реке Банька, было обследовано водолазами и очищено. Купальный сезон будет официально открыт после приемки всех пляжей инспекции по маломерным судам. Завершить проверку должны 31 мая.